Добрый день на моем канале. Хочу сегодня рассказать по запросу, потому что меня и забыла сама, и думала сниму просто в следующий месяц, когда нам будет уже 7. Нам исполнилось 6 уже давно. Нам, в принципе, уже будет скоро 6. Ой, 7. Вообще запуталась. Так вот, хочу вам рассказать о 5 месяцах. После того видео, которое я снимала о 5 месяцах на улице, говорила, что она у нас не переворачивается, и буквально через день она, ну, не перевернулась, она просто стала поворачиваться на бок. Как-то получилось, лежала игрушка около нее, она хотела... Она играется. Она хотела ее достать, и получается, как она стала поворачиваться на бока. И вот нам исполнилось 6 месяцев, об этом я расскажу потом, но хочу сказать, что как я хотела, и мы ждали, что она начнет переворачиваться на животик, и наконец-то сбылось, она у нас переворачивается на животик. Это началось, сама со спины на живот, это, считай, в 6,5 начала переворачиваться, тоже это дня 3-4 назад. Ну так вот, о 5 месяцах. Она у нас, как я говорила, переворачивается, он играется там, играется денька в ладунках. Мы ее сейчас садим недолго, буквально там 10-15 минут, она начали с 5 минут, даже, мне кажется, с 2. Она очень сильно уставала, и там она сильно так шатается. Сейчас она у нас сидит минут 10 там на стульчик, который вот у нас стоит, стульчик там. Покупали мы это все вместе, мы вообще не сажаем, она, так как она еще не сидит, она просто съезжает оттуда, и все. Так вот, какие произошли изменения. Кашки она, в принципе, не хочет кушать этих баночек. Ну, кушает хорошо, но ей надоела эта вся морковка, картошка. Каждый день я ее кормлю бананом. У нас были чуть-чуть запоры. Нам врач посоветовал давать грушу. Буквально 2 ложечки чайной в день. И мы вот чередуем, то давали грушу с баночек фирмы Хип, то давали банан, я даю свежий, так ложкой соскребаю. Она у нас вот играется на полу очень часто, там ее игрушки. Ну, как говорится, чем старше, тем ей и интереснее, чтобы с ней играли. Она сама, в принципе, уже у нас максимум 20 минут в день, если сама играется, то хорошо. Бутылочку мы не хотим, мы пробовали, купили мы вот такую бутылочку, момент, вот такую вот бутылочку ей, есть они такие пластмассовые, а это силиконовая, и она очень хорошо с нее пьет воду, она выпивает в день, начали мы где-то со 100 мл, наливая 100 мл, там добавляется ложка вот этого чая, которая для детей. По-русски я не знаю, как он называется, но... И вот, она сейчас выпивает почти где-то 150 грамм. Если учесть то, что у нее там течет, проливает, она разговаривает, блюхает, то где-то 100 грамм в день она точно выпивает водички. Она вот сама тянется к ней. Водичка тянется. Так, Ази, хочу воды. Вот, хочу воды. Да. Там у нас наиграется, игрушки есть. В ладунках она уже бегает. Началось вот там. Она оттолкнулась ногой и побежала. И она пока не понимает, что она делает. Естественно, это все неосознанно, но она бегает. Так, что еще? О 5 месяцах. Нам сделали прививки все наконец-то. Она принесла хорошо. Прививки, которые нам делали в декабре. Нам сделали почему-то в ножке, и она ужасно перенесла это. Хотя врач говорит, это не из-за этого, но сам факт, у нее она болела, она плакала. В этот раз нам сделали в феврале опять в попу. И единственное, что у нее была температура, но это нормальное явление. Что ты хочешь, Дженни? Дженни. Мы купили ей кучу игрушек. Вот, допустим, вот такую игрушку купили ей. Она ее не сильно любит. Она очень любит
самые простые. Даже не то, что игрушки мы покупаем, она любит самые простые предметы. Допустим, у нее там на столе лежат пакеты. Вот она любит этот крем. Облизывать, сосать. Потом она любит... Вот я ей дезодорант даю. Ой, там водичка упала. Дезодорант даю. Она его тоже облизывает. Ну, там... Ой, бутылка упала. Ненадолго, но хватает. Она любит пульт. Просто ложка ей интересна. Она там свои десны чешет. Просто пакеты мы берем, надуваем и даем ей. Этот вот звук ей очень нравится. Потом у папы были сухарики в пакете. Она ими очень долго игралась. О самом развитии могу сказать, что ребенок становится очень подвижный. Естественно, играться и таскать ее по всей квартире приходится. Любит походить сама, переворачиваться. Это я уже говорила, но мне это... Ой, как говорится, наконец-то мы так рады, что она переворачивается. Наконец-то она взрослеет, уже не такой маленький ребенок, как было раньше. Волосы у нас не растут, хотя если приглядеться, можно увидеть. Да, Дженни? Вот. В ходунки мы посадили ее где-то без 5 дней, 6 месяцев. И, как я говорила, по пару минут по ребенку самому видно, как он хочет сидеть там или нет. А что еще? Хотела вам показать вещички, которые я связала. Вот, хотела показать вещички, которые я связала. Я сейчас занялась вязанием, вяжу ей кофточки, там пинеточки. И вот они. Я здесь положила их на диван. Вот такой костюмчик. И к ним идут пинеточки. И вот такой сиреневый. Мы только что были... Ездили в город и... Ну, не, мы живем в городе. Же ездили в другой магазин, короче. И, естественно, каждый из нас видит, все говорят, боже, как красиво, и какая мама молодец, мне это очень приятно. Сейчас я начала вязать белую с красненькой кофточки, но уже по-другому, крючком. Так, и это вроде все. Я не знаю, что вам интересно, вроде так интересно, много чего не произошло. Только что она начала переворачиваться, и она у нас сейчас уже питается. Мы решили баночки не давать, она не принимает эти баночки. И наш папа готовит уже второй день, готовит ей сам супчики. Если вам интересно, как и что, как мы их готовим, я могу вам объяснить, потому что я не готовлю, готовит папа. То, что я все время с дочкой и... Не то, что времени нету. Когда она спит, я слежу с ней рядом. Она сосет сиську. Когда она не спит, я от нее отойти не могу, потому что она, ну, сама не может играться. Поэтому, надеюсь, вам мое видео принесло пользу. Пишите, спрашивайте. До следующего видео. Пока!